Председатель Белорусской Федерации баскетбола. Пока ждем. Добегает твой соперник. Уверен, никто никогда не играл с таким. Но у вас появится такая уникальность. С мячами. Доставлять их обратно. Собственно, мячи готовы. Давайте на старт. Давайте вместе. Лучших фото. Ну и, соответственно, фото победителя. Ведете, соберете подарок. Все просто. Они самые громкие. Я не знаю, как так получилось. Правда. Но мы знали, что будет тяжелая игра. У нас легкая получилась на Кипре. Знали, что такое точно не будет. Хотели сыграть быстро, так же красиво, как на Кипре, но немножко не получилось. Потом не получили свободные броски. Но с каждой минутой все наращивали, как бы смогли выиграть. Ну, это только начало отбора, как бы будем... Когда там в ноябре следующие игры, ответные, будем ко всем готовиться. Я считаю, что шансы есть всегда, надо играть только на победу. Убрали уже супер глупые ошибки, там вот в третьей четверти особенно, забили пару легких мячей. Однозначно большие наши доминировали в краске, материализовали это преимущество в очки. Да мы летели 40 минут так на Кипре, сегодня что-то не могли просто разогнаться, поэтому... Только разогнались, сразу все получилось. Сейчас такой баскетбол, что, наверное, в какой-то определенный день любая команда может обыграть любую. И вот результаты вот этой недели показывают, что и Литва проигрывает, и Россия проигрывает на 20 очков. Мы имеем свои преимущества, просто нужно скромно, надежно их реализовывать. Вот. Сегодня эти ребята были, скажем так, в лучшей форме, более надежно смотрелись. Они сегодня делали результат. В ноябре, может быть, уже другие имена, другие лица. Мы ждем, мы верим во всех. И каждый является потенциальным кандидатом в команду. Я думаю, что у нас неплохой резерв растет. И
Вова еще, наверное, сколько лет? 10, наверное, сможет играть. Сегодня спрошу у него, как он себя чувствует. Если бы вы спросили меня 10 дней назад и сказали, что будет 2-0, я бы сказал, да, вообще супер класс. Сыграли две игры, я вот сегодня думаю, что сегодня играли мы не очень хорошо. Сегодня могли бы выиграть больше, да. То есть всегда хочется большего, да. И я не вижу никаких причин, почему не должно быть 6-0, да, в этой группе. Игра к игре. Мы готовимся, мы растем. И есть задача, мы ее выполняем и стараемся показывать хороший, качественный баскетбол. Для меня гораздо важнее, когда мы играем хорошо. Хорошая игра всегда, ну, она порождает победы. Да? Когда ты мучаешься, здесь всегда ты оставляешь сопернику шанс. Попадение, там пару бросков. В тот момент, когда они вот поймали этот ритм, могло бы быть все по-другому. Ну, победа.